Доброго времени суток всем, добрые наши зрители, гости канала, подписчики, новые подписчики. С вами Привет, Твори Добро и Наталья. Извините за голос, что-то осипла вся. Сегодня у нас ролик о сборе финансовых средств в размере 20 тысяч на наших особенных хвостиков. Все вы знаете, что 3 года, пока была жила Марианна, 3 года мы в этом городе спасали всех животных этого города. У нас было очень много страшных историй. Какие-то собачки у нас уехали в Германию. Кошечка-инвалид у нас уехала в Германию. Кому-то повезло, а кто-то живет у нас, у Натальи и Вадима, на передержке. Так как в приюте, к сожалению, нет условий для особенных животных, нам приходится оплачивать передержку. В передержку входит питание, все вы знаете, забота, уход. И поэтому наши солнечные детки, спасенные вами, которых я всегда говорю, мое дело отвезти, привезти, дело врачей спасти, но благодаря только вам, только вашей финансовой помощи эти животные живут. Мы подарили им 2-й шанс, и они им воспользовались. Сейчас, вы знаете, все у нас сложный тим. Развитие может быть разное. Ролик о нем я обязательно выпущу. Новости в сообществе о нем тоже пишу. И поэтому я всегда обращаюсь, когда у меня сложные животные, я с ними разговариваю. И знаете, они как будто меня слышат. Они меня слышат, и они начинают бороться. И все из моих предыдущих животных всегда меня слышали и боролись. Потому что реально были животные, которые были на грани жизни и смерти. Поэтому наша такая большая дружная семья. Очень прошу вас открыть свои сердечки и помочь приюту оплатить передержку. Передержку солнечных хвостиков. С большим уважением, волонтер Наталья. И еще раз повторяемся, что пока карты Сбербанка у нас заблокированы, отправляйте на Тинек, на Тиньков. В общем, все карты в описании ниже под роликом. И заходите к нам в телеграм-канал. Очень рады всем. И рады пообщаться. И будьте в курсе всегда свежих новостей.